Все, за полчаса уже, блядь. Это. Час еще остался нам. И уже, блядь, все отдыхать хотят. И то вы сейчас тут уснете, блядь, на этом утюге. И Торима надо убить. На Везок сопрети хоть посмотреть, блядь, как до него идти, сука, вам что, не интересно? Давайте, соберитесь. Везокс там вообще, блядь, простой босс, мы его легко убьем. Просто там трэш Везок стоит. Там трэш такой стоит, как чемпионы выки, блядь. Контролить надо. Ух ты, первую трешку даже контролить надо. ВЛК. Да, вообще жопа. Этот... А чем именно контролить? На рыбе там Тагариус стоишь, отойди. Иди посмотреть кучу. Там пиздец, там два мага, короче. И их нужно контролить чем-то таким. Один чем, шип. Короче, шип, я вот не знаю, овцуется он, нет. И покаяние. Вот, а остальных зервить за это время. Раз он хуман, то значит, то можно. Он же не босс. А чё за хм на генерале? А потом расскажу. Мы еще тут мы не сможем? Нет. Сложно. Не будет хилам. Маны не хватит. Не, мы сможем, если часик порассказывать тактику и еще часик повайпаться. У нас времени всего лишь час. Чё фласки пьете, народ? Пейте фласки, чё вы не пьете? У вас сильно много там. Так, где моя бутылка? Вот она. Анастасия играет только как этот. Без фласки. Честно. Ну, да то в Мишку, то прыгать в этого, блядь, выпил на хп, потом перепил эту фласку. Это из-за того, что во многих спеках сразу играем. Ну, давай. Хотя там на хп нету. Было бы на хп на строй севера. Ну да, там у нас есть севера только на 3, там МП5, РПД и... да. П. Сука, да что такое дезотмение? Пиздец, блядь. А нет, на силу там. Шоковый скоро милики смотрим. Два человека не в рейнже стоят, блядь. Теперь двоих хилим. Денис по бомбе побежал. Смотри, Купер стоит прямо перед нами. Так я не знал, куда себя засунуть. Там слева не достаю, ну, блядь, достаю. Охуенно, чё. Можете все вообще в десятером встать в одну точку и будем прохиливать. Уже интересно будет. Ну так стань вам поближе к боссу. Ничего не случится. Давайте, блядь. Оба должны друг от друга отходить, а не одного куда-то там посылать. Или вы не команда? Просто пуги. Отбегай, отбегай! Иди сюда вместо меня, сын. Я сама другой найду место. О, это вы танчит? Это мне показалось. Денис, блядь, ты чё там спишь? Чё на минах вздыхаешь? Мина ближнего действия, причем знаешь сколько? 3 штуки. Соберись. На последней фазе только так не сдохни. Бафы там по Денису, чё там? Пристабаф всё есть? Обновляйте. СС на мини-купера ебанил. Хотя, блять, там ДПС. ДПС. Че, какая фаза? Вторая.
Раз, раз. Обстрел за спину, обстрел за спину. Смотри, блядь, все пробежал вперед и встаю спокойно дамажу. Видишь, когда начинаешь раздупляться, что к чему делать, и внимательно это делаешь, убивается все очень легко. Поэтому раздупляйтесь. Под конец обстрела, возможно, будет, не знаю, с кем где. ДПС. Отлично. Куперман урезал. И не сдохни на последней фазе, очень внимательно. Также два ядра лупану. Так. Не Купер Сапрот, что ли? Мне Настя дала, я выкладу. Надо на этого бот. Могу сейчас крепить. А, забей. Просто выживи. Бомбот. 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 Готовьтесь, милики. Подходите под голову. Так, быстренько, быстренько. ДПС. И второй раз сейчас я притяну. Или не надо, может? Зачем лишний трэш? Просто она бывала багалась. О, видишь, и сейчас забагается. Нет, нет, она не багается, уже починили. Видишь, не забагалась. Главное, что босс эмоции начинает говорить, типа дальше запускается ивент. Все, собрались. Соберитесь. Вы можешь этот запомнить этот не, туловище? Не, это. Соберитесь, короче. Давай, запомни. Давайте Геру. Да сука, ебаный, блядь, ты будешь откатываться, нет? Жду звездопад, блядь, секунду теряю. Стрел за спину, быстренько. Вот по минам прыгаешь. Блять, нихуя я тупой. Ну пробуйте без меня. Пробуйте. Видите, как круто. Классно. Живите, живите. У нас бежим. Флеш едет в Бостон. Вот голову бейте сейчас. Новые мины. В ДДшнике голову. Милики туловище. 500 тысяч. Блять, мины. Ничего страшного.
Камень души могу использовать. Туловище милики. Туловище милики. Нажать туловище левой кнопкой и бить. СС юзать? Вставать по СС? Конечно, юзай, блядь. Быстрее. Беги, малышка, беги! До спины. Обстрел выживайте. Сейчас еще будет низко вставать шоковый. Готовьтесь. Спокойно добьете там до берси 10 минут. Значит, смотрите. Туловище 270. Беги, голова 127. Беги! У низа тоже 270. Да все, тихо. Все, кто живые, сейчас это играем. Разуха, уже никто не живой. Не живой. Рот в рофлите. На минах 4 человека сдохло. Вы прикалываетесь? Да, да хули. Надо ж когда-то подвиги повторять, блять. Бармалюга, ты на них четко прибежал, поверь, я стоял сзади и видел, как ты тупо прибежал на мины. Я тоже прибежал. Я тоже на минах подоралась. Они зарезываются вокруг босса. Ну вот я подбежала, и они прям во мне резнулись. Красиво так. А чего ты так торопилась, что они прям резнулись за босса? Так, ладно, Тагариус, что, будешь трай еще давать или что, или расходимся? Короче, один трай, убьем, хорошо, не убьем, значит, вторник добиваем. Кто вторник... В среду. Из тех, кто сейчас здесь есть в рейде, кто вторник не будет, сразу говорите. Чтоб я знал, что не ставить рейд. В кино ну, вечером. Не будет. До скольки в кино? Время сразу говорите. Во сколько будете? Если не будете в 7. А, сеанс за 21. Ну и хуй знает тогда. Смотрите, не убьем, значит все на этом КД, блять. Проебали. А ты в этот, в среду же этот? На смену? Четверг. О, Настя уже знает. Сутки. А почему бы в среду эту не пойти? Ну, можно и в среду. Я не знаю, там у вас рейд. Ну, у вас тут только один человек, Маш. Ну, если вторник соберемся, попробуем в среду, я не против. Типа, можно будет у кого-то другого взять? Тебя другого брать, но ну, ты представь себе ситуацию, остался два босса, осталось два босса, допустим, Торим, и ты говоришь челику, пошли там у нас Торим, блять. Представь, да? Ему нужен шмот, блять, он в 200-м ходит, все в 200-м шмоте ходят, в обоссаном. Нам эту льду десятку еще 2 месяца фармить. У нас шмот. Все равно сброс КД будет, а, потом сброс, завтра. Это понятно, я к тому, что человека фиг найдешь, который пойдет вешать КД на одного босса. Я вот пошел в этой дальневосточной гильдии ДКшников, ничего не сказал, блядь. У нас есть там в гильдии челы, которые не идут, не ходят в льду 10 с пухами. Где там Роланда? Тут в комнате. Ну, в среду соберемся, значит. Так, поехали. Все от вас зависит, я, ну, я не знаю, я вот тоже сдох. Может, и добили бы, если бы не сдох.
Беги, малышка, беги! 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 Просто восхитительный результат. Все молчат. Ого. Представляю вам противопехотную штурмовую. Меня чуть-чуть лагает. У вас тоже? Нет, терпи. Ну у меня все остановились, блин. Тагариш упал. Беги, малышка, беги! О, откатил как. Откатывает, во. Под луч. О. Я сдохла, оказывается. А ты сакру-то зачем даешь? Чтоб рейд не било. Кто не ты? Чё, кто-то сдох? Ты... Угу. Когда макрос нажимаешь... Нажимай несколько раз, много раз. Если у тебя написано в макросе канцелаура, ты должен убедиться, что с тебя снимется баф, который с тебя урон, точнее на тебя урон переводит с людей. Он должен с тебя сняться, иначе тебя будут шотать вот такие вот способности у боссов. А, прости, я перебью. Чё, всё, рой или чё? Я не знаю. Будете трайд давать, нет? Сейчас будет еще один, пишут. Потом, после рейда сделаешь, посмотришь там, как будет время свободное. Чтоб макрос, чтоб с тебя отменялась аура, одна должна остаться на 6 секунд, которая... Вот этот перевод урона, он не нужен. Переводом урона шотаются обычно танки. Тут столько урона, что даже ревностный шотает. А, без мага? Ну, понятное дело. Без макроса это лайк. Вот у меня сейчас БР в КД. Имейте в виду. Кто сдохнет, это все. Это сразу, сразу расход. Ой. Я бы сходил в ОС.
хотя бы десяточку винтом. Можно и снова. Можно с этим новичком не пойти. Ну да, типа. Накс-то я не знаю, сегодня уж вряд ли. Поздно. Накс уже не все, не вывезем. Так, сука, опять бафается, блять. Ну нахуй они так сделали. А какие тоты ему ставят? Тотемы. Ага. Нормально и поставь свои тотемы. Я знаю, что он бьет. В конце четвертой фазы он бьет. Ядерный взрыв, огонь. Мины, огонь. С рук кидает природа электричеством. Еще лазерный обстрел, аркан, а тут по сути не надо никаких резистов, только огонь. Тагариус тут. Бармалюга и пан не тут. Теперь тут. Ой, пета сожрали. Беги, малышка, беги! Сейчас киловый трайм будет, отвечаю. Я свечки поставила. Ароматически. А мама индийские фильмы включила. Классный промах. О, остановилась. О, откатила. Ух, ребята. Пушку. ВХ-001. Советую поискать укрытие.
малышка, беги! Вытихни. Румби. Краш. Краш. Тест. Спокойно. Румби. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Это ДБМ так орёт, короче, у меня. Диспел. У тебя тоже, да? Диспел, диспел, диспел. Дамаг, дамаг и хил. В бане вот держи эту суку, в бане держи ее. Держи ее, родной. Че, никто не знает, откуда это? Я не знаю. У меня ДБМ орёт, беги. Кое-кто, беги. Кое-кто. Бомба выпадает. Бомба. Меня смущает, что Настя просто стоит. Бомба, осторожно там. Настя, что ты стоишь? Ты тут? Ну так я так и сказал. Короче, один раз буду спускать бомбу. Так, Шумового добили одного. Великий давайте. Ну-ну-ну. Так, бомба еще не умеет, или побьем пока еще. Бомба. Бум. Велики, подходим к голове. Где она, блядь? Все, пиздец, последняя фаза, соберемся. Запомни этот середину, пожалуйста. Когда соберется. Переключайтесь все, ребята, иначе сдохнем, блять. Они за 12 секунд чинятся, имейте в виду эту хуйню. 12 секунд, это очень быстро пройдет. Авентер с паном только по низу. Роланда с краш-тестом по голове. Я с базукой по центру. Пробую. Если что, низ надо будет помогать. Помогаем. Обстрел за спину. Мины, смотрите, осторожно. Низ помогаем. На низе очень много. Дотки туда вешаем. Я туда навешал. Настя, живи. И шоковые готовьтесь. Мины, смотрите, где. Только вы отбежали, мины смотрите аккуратно. И потом возвращайтесь. Мины разбросило. Прям в меня мины. Все, не комментируй. Бьем внимательно. 9 человек должны выжить. Туловище. Голову. Голову не бить. Помогаем низ и туловище.
Скоро будет лазерный обстрел, готовьтесь внимательно. Лазерный за спину. Сука. Ну как, блять? Помогаем, 100 тысяч туловища. Обижали. Туловище 78. Еще что-то. Блять, сильно дамажьте. Все, кто живые, все, молчите, дамажьте, дамажьте сильно. Всю эту хуйню делать. Давайте вы сможете. 1%. 5 секунд, короче, и голову. Все, заебись. Сука. Верните меня. Теперь на то время. А я не понял, как я умер. Я бегу, не было мины, я смотрел. В тебя кинул прям. Я прям умер. Все, это постигать будете в следующий раз. Теперь то время давайте там. Интересно. Да ну нахуй, голова. Че? Голова, прикинь. Ах ты вор. Вот смотрим. Осмотреть. Маг друид. Ну мы с базукой, получается, ролим. Че базука? Базуки не надо? Не, Слав, я голову не буду брать. Мне, да? Либо, мне либо плечи, либо перчи нужны. Пиздец, я... смотрите, нихуя себе. Первый Т8 воида, блять. Мне на СУ надо открывать, наверное, да? Танк я и так хороший, хил тоже. Так, а что это выпало? Тагарюс, что Торима пойдем? Кисти рук, меткость. Да го-го-го. Мне там нравится. Вот это... мне там ДДД нравится. Давайте, вот это надо хуета кому-то. Это, ну, на ШП я бы взял, ну если давай, кому давай. Надо. Да никому не надо, это шлак обоссанный. Ты это поменяешь. Ну, тогда мне дал. Это санина полная. Ты 7 выбьешь, 200-й даже, и то лучше одеть, чем это говно. Так, я спрекаюсь с танка сразу. Или не сразу, давайте трэш побью еще в сове. Блять, голова нихуя себе, я такой радостный. Охуеть, а я думал, не падает этот покоритель. А ну, как говорится. Угу. Мне голову надо на трех не смог, кстати. А, я же снакса чистую забрал, 26-ю. Что за чисто? Руда 226 забрал. А, ну это в 25-ке, да? Угу. Оранжерея жизни. Обвалившаяся галерея вообще не важно. Ну тут короче путь, кажется. Там все равно два моба бить. А где-то Гарри сагрил уже? Ага. Смотрите, только под мордой на слете. А что, у тебя второго куска нет уже на маге? Нет. Нету. Меня слышно, Клей? Да. Слышно. Патруль не используйте, Настя, все будет. А где патруль? Вон, да, они. А, вон он. Сзади. Еще этот тотемы могут случайно. Нет, не смогут, ё-моё. А что ты говоришь, два куска, Слав? Ну, грудак у тебя только, и все, ты 8. Да, получается. Ну, мне нужно либо плечи, либо перчатки, я другое не буду брать. Ну, ты сам видел, сколько мы в ульге в этот раз были. Я думаю, ну, я просто падает навара. И тем более, что у нас вара тогда в рейде не было. Хан хорошо был. И на Вархан Шан. Больше не существует. Да, в 25-ке то же самое. И главное, еще на нем 4 вот этих роли, типа, 4 класса, и оно не падает. Это же вообще, ну, админы, мне кажется, совсем ебанулись. Я бы вообще, я не знаю, почему так несправедливо сделано. Ну, нужно фармить это годами, вот эту льду, чтобы все выбить. Я реально вот, чтобы на посланника собрать шмот, я в ней год, наверное, проходил. Не год, ну, месяцев 8, чтобы полностью шмот собрать. А ну это на ПК играли, там админы специально сделали, что с боссов падает все три токена сразу. Вот. Я и хотел сказать, что лучше бы так сделали. Бывало такое, что они, ну, какие-то были дублировались, но фактом, что их 3 штуки падало. Вот этого зерга, тот в камнях пускай постоит.
Тут очень простой бой. Очень. Можно я на арене останусь? Здесь. Я там не была. Ты лучше... Вообще ты лучше прилипал там. Ну да. Но есть, нет. Тени жирные эти могут быть. А на арене какой-то... Ой, хорошо. Стан на него кидается нормально. Так, Настя, ты пойдешь в комнату. Нет. С тобой пойдет Тагариус и пойдет Базука и краш-тест. Настя, там легко. Не бойся. Знаешь, что это? Крепость Утгард. Да, знаю. Вершина, да. Которая... Да, знаю, знаю. Второй босс. Тут где-то так же, но... С которой дракончик падает. Через звездочку играем. Тут будет так же, но... Типа... Голем один, большой. Там сложность не в этом. В Зимоде он убьется легко. А больше объясни. А то я слышала, как они там ругались. Во-первых, мини-купер. Контроль над разумом есть, например? Кажется, на кого там кидать. Ну, у тебя он удобно стоит, все, на кнопки прожимать можешь. Ну да, нормально. Надо будет сейчас кинуть на арене, сейчас мы зайдем. И потом во время боя надо будет на завоевателя кинуть. И потом, каждый раз, когда спадает, обновлять на него. Вот это будет твоя задача. Базука, ты ему будешь метку ставить. Или кто? В принципе, кто там? Там Роланда останется. Роланд тоже помощник. Дам, дашь метку. Тут, короче, у нас кто? У нас будет... Давай вот этого законтролишь. Значит, ну не сейчас. Сначала убьем всех, кроме треугольника. Хотя да, сразу треугольник законтролишь. Майт контроль. Ага. Так, подходите там все сейчас. Рыба надо, вам надо рыбу. Что там прожимать за него надо, что делать? Ничего не надо прожимать. На этот, на другом мобе, который во время боя будет завоевать Эльдуара, там почитаешь, сам-то прожимаешь. Самое главное, что у тебя будет, это аура. Аура на 20% скорости. Это очень важная аура, повышает ДПС. Короче, мне дамажить за него, да? Главное, чтобы ты ауру давал. Так. Угу. Сейчас я поставлю метку. Вот смотри, вот эта метка, где кружочек, это место, где ты будешь стоять на фазе, когда босс спрыгнет. Там вот эти разряды тебя не должны задевать, по идее. Ну, проверим это. Вот если там будешь стоять, оттуда будешь обновлять контроль по мобу. Вот. Значит, по миликам. Два танка стоят в звезде. Милики стоят в 10 метрах от танков. Два милика у нас. Стоят в треугольнике и в ромбике. Да, поставился там ромбик, блядь, нет? Что-то не вижу. Да, вот где этот червь стоит. Вот. То есть, смотрите, мы
босса ставим лицом в звезду с Тагариусом. Сейчас я спекнусь с Тагариусом. А вы встаете, допустим, Денис в треугольник, а Вентер в ромбик. Это делается для того, чтобы цепуха не увеличивалась. Цепуху босс кастует без стаков 3000. Если он в одного попадает, то только 3000. Если рядом с ним в 10 метрах никто не стоит. Если в двоих, то во второго человека уже попадает 4,5. И по 50% добавляется в последующих. Для этого танки стоят отдельно. Треугольник и... Ну, треугольником таким стоим. Если будете с танками рейндж нарушать, то сами пододвинетесь там за немножко за спину босса, блять. Значит, в кружке стоит у нас мини-купер. Все остальные, стоите где хотите, блять. Но не нарушайте рейндж ни с танком, ни с миликами, ни с друг с другом. Да ебей не матери, здесь этот место. И, значит, самое основное. Видите, вот это вот... Как вам показать? Вот видите, сова, медведь уперся в колонну. Видите колонну такую? Все здесь вообще. Этот Лок, беги сюда, Настя, быстрее. Я его, я знаю тактику. Только да. Я в комнате не знаю. В комнате. Сейчас все узнаешь. Просто хилить. Это. Значит, вот этот столб стоит. Видите, вот там шар такой есть. Вот этот шар. Босс, когда стоит наверху, будет один активировать, и он будет бить молнией, просто отойти, и все. На второй фазе, когда босс спустится вниз, одна колонна, любая случайная, будет пускать в босса двойную молнию такую. Вот как Роланда кастует молнию шамановскую, она только двойная будет лететь, и так много-много друг за другом такие хвостиком будут лететь. Вот это все вы должны увидеть. Если вы это не увидите, я вам ничем не помогу. Ну, я могу босса крутить, типа, но мы будем нарушать рейндж, у нас милики от цепухи умрут, и мы выпадемся, не убьем босса. Сейчас посмотрим. Вот эту хуйню вы должны увидеть. Вы основное запомните. Колонна заряжает босса. Как только последние молнии из колонны вылетели, через секунду босс повернется лицом к этой колонне, которая его заряжала, и даст веер молний. Вот, от этого веера надо отходить. На обычном режиме можно не отходить, но стаков до 5. Босс копит стаки на себе. Каждый стак плюс 10 скорости и 15% урона от сил природы. Ну, 10 стаков, это считай, нас он будет шотать уже. И танков, и так далее. Короче, значит, в комнату идут. Настя, Тагариус, Базука и Краш. Тест. Значит, 2 ДПСера, хил и танк. Все остальные, значит... Два хила, потом что, слева, видишь? Туда пойдем. Его рычагом откроем и. Ты рычаг пойдем. Будешь. Ты рычаг будешь открывать. Я? Ну да, конечно. А еще будешь кружочком. Право-лево отбегать. Бля, что не ешь, если тебе метка? Понимаю. Ну, я вылетела, кажется. Да, ну я тоже, да. Дисконт. У всех. Так, у меня вопрос по тактике. А, ну ты не договорил. Это, ну идите, чай налейте там. Блин, пойду еду разогрею. Мне все время стоять в кружочке и держать треугольник. Потом... А что потом с треугольником делать? Там же другой выйдет. Другого заливать будут. В смысле... То есть не все время с треугольником. Это, спокойно. Ты не лезь вперед, это самое, успокойся, все нормально. Это я уже и так все рассказал. Я хотел его в контроле ставить для того, чтобы метки поставить, но я поставил без этого. Просто он зальется. Забей. А, ну то мне в контроль не надо, ну потом. Твой моб завоеватель. Прочитал завоеватель, контролишь. Вот, на него метку поставить. Главное, чтобы его не задпсили. Потому что он дает 20% хосты. Если этого бафа не будет, будет труднее просто. Так,